Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет! Сегодня у нас в работе ботильон, и, как видите, носочная часть, подъем и разрыв. Это ботильоны из натуральной кожи, и в этом ботильоне мы будем заниматься тем, что будем устранять разрыв, и делать это аккуратно, скрыто. Мы будем усиливать внутреннюю часть союзки в пучках. Вот таким образом мы разобрали носочную часть. Нам открылся доступ во внутреннюю историю этого ботильона. И мы будем сажать на основу разрыв. Для этого нам необходимо разобрать шов. Вот таким образом здесь декоративно сложена союзка в гармошку. Смотрится красиво, но если бы не разрыв. Разрыв мы благополучно устранили. Мы посадили кожу на основу. И далее уже также повторим строчки на носочной части и соберем союзку в обратном порядке. Все швы на машинке мы застрочили, и заказ полностью завершен. Вот такая была работа, такой результат. Внутренняя заплатка, скрытый ремонт разрыва. Если у вас нечто подобное, обращайтесь, будем рады и вам выполнить работу на совести качественно. А на этой минуте всем желаем крепкого здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока. Пока.